это моя родина, малая родина, и дай бог, чтобы все любили свою малую родину. У нас десятки шикарных мест, которые мало раскручены. Таких мест на самом деле очень много. Вот я возил, наверное, примерно по 100 направлениям за те 14 лет, что работаю. Они интересны тем людям, которым интересна и природа, и какие-то загадки, местные загадки. Есть действительно попсовые места, например, экопарк. Это место для прогулок. Сейчас очень интересные инсталляции сделали в Гилевской роще. Ее действительно стало интересно посещать. Это, скорее всего, да, действительно самые лучшие места, по крайней мере, с чистым воздухом. Грех не любить, у нас вот смотришь везде, какие катаклизмы проходят, а у нас тишь да гладь да Божья благодать, понимаете, в плане погоды даже. Плюс действительно регион и богатый, и просторный. Действительно есть что показать.